Здравствуйте, мои хорошие! Финики являются одним из самых полезных продуктов на планете, и они содержат множество здоровых компонентов, которые могут лечить различные проблемы со здоровьем, в том числе высокий уровень холестерина, инсульт, сердечные приступы и гипертонии. Благодаря высокому содержанию питательных веществ, финики могут обеспечить многочисленные преимущества для здоровья, в том числе уберегают от приступов стенокардии. Финики – богатый источник калия, который является особенно важным минералом для предотвращения инсультов и способствует здоровью нервной системы. Регулируют уровень холестерина. Финики очищают кровеносные сосуды и предотвращают образование тромбов. Таким образом, эти плоды регулируют нездоровый уровень холестерина. Регулируют кровяное давление. Благодаря высокому содержанию натрия и калия, люди, страдающие от высокого кровяного давления, должны регулярно употреблять финики. 5-6 штучек содержат около 80 мг магния, который необходим для правильного кровотока и распространяется через кровеносные сосуды. Артериальное давление может быть эффективно снижено благодаря 370 мг магния. Укрепляют сердце. Замочите несколько фиников на ночь в воде, а утром удалите косточки и добавьте их в коктейль или съешьте сразу. Предотвращают диарею. Финики с высоким содержанием калия, который предотвращает понос, так как он улучшает флору желудка и кишечника, а также поддерживает хорошие бактерии. Финики с высоким содержанием железа. Железо является чрезвычайно полезным в случае анемии у детей и беременных женщин. А именно 100 грамм фиников содержат 0,9 миллиграмма железа, что составляет 11% от рекомендуемой суточной дозы. Железо поддерживает поток кислорода через кровь и оказывает положительное воздействие на гемоглобин и эритроциты. Лечат запоры. Финики лечат запор, так как они имеют легкий слабительный эффект. Просто замочите их в небольшом количестве воды на ночь и утром съешьте. Способствуют похудению. Употребление фиников на пустой желудок утром эффективно предотвращает увеличение веса, и так как они не содержат холестерин, могут помочь вам контролировать свой вес. Тем не менее, отметим, что они с высоким содержанием сахара, поэтому их не едят в чрезмерных количествах. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!